картошка. Вы сказали, что это калинкор? Вот этот белый. Калинкор или вот этот ледерин? Нет, вот белый. Калинкор. Да, это ледерин, а это калинкор. Он мне нравится. Я хочу, пожалуй, вот, вот в таком белом или как альтернатива узнать, сколько стоит ледерин. Вот такая вот обложка для Шиворошкина. Шершавенькая. Но она вроде не марка, вот так вот, как вот первое впечатление. Нет, она чем-то пропитана. Первое впечатление, что она, да, что она какая-то не марка. То есть не то, что вот пальцы взял в руки, что она все вот потемнеет сразу. А вот у этого вот, видите, какой оборот. Интересно. Видите, посветлее, да. Ну вот как раз хочется, ну, пожалуй, наверное, потеплее. Сейчас. То есть вопрос в том, можем ли мы ледерин с другой стороны напечатать. Если можем, тогда ледерин интересно. Главное, чтобы он приклеился. Ну да. Он, наверное, приклеится. Да. Если ледерин приклеивается, то есть это на самом деле коричневая обложка. Но мне коричневый такой не нравится. А вот с другой стороны он мне нравится. Вот. И можно таким вот сереньким поиграться. Есть красный. Нет, красный — это как раз обратная сторона, а на самом деле он такой коричневый. Вот он такой коричневый. И есть. У нее еще суперобложки прикрывает. Тогда вот для такой получается нужна суперобложка. Нет, еще. Нет, по хорошему. Ну, нет, они не заказывали суперобложку? Они не заказывали. Тогда, значит, нам нужно. А зачем? А чем мы хуже? Значит, нам надо тоже суперобложку. Делаем. Ну это же все удорожает. Понятное дело, что делать. Форма цветной, смотрите. Тоже на судьбу случается цветное. А, вот у нас да, даже альтернатива не обсуждается. А вот зеленая получается, вот с этой стороны, она имеет более темная. Значит, серая. Вот. Значит, это более светлая. Это более темный, то есть он будет зеленоватый, на самом деле она сероватая. Вот, пожалуй, вот с внутренней стороны вот коричневой с внутренней стороны, это очень даже интересно. Мне нравится этот оттенок.